Хочу прочитать стих, который говорит о том, что мне хотелось идти за Христом без Христа, налегке по дороге земной. Но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест свой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но лишь подняла взор, и во взоре Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти. Крест всегда неразрывно со мной. Поношение, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех. А падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будем искренность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, как твой враг и кто твой друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище своем, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тем, кто за мною решится пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расправляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пойдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я. Себя свяжешь со мною судьбою. И сказала я: Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобою. Аминь.